Я думаю, что вот такое замечательное лакомство, приготовленное своими руками для ваших родных и близких, понравится. Готовьте, друзья, радуйте своих родных и близких. Новогодний мармелад. Мармелад в снегу, мармелад в сахаре. Друзья, для вкусного мармелада из апельсинов нам понадобится 4-5 апельсинов. Вот такой вот агар-агар порошочек. 200 грамм сахара. Через вот такую терку я пропущу апельсины. И, конечно же, друзья, формочки, любые формочки, в которые вы будете уже готовую смесь заливать. Эти формочки у меня для льда. Тут клубничка и яблоко. Итак, друзья, приступаем. Мы должны сейчас разрезать наши апельсины пополам и при помощи вот этого устройства выдавить сок. Мы сейчас разрежем наши апельсины пополам и получим сок при помощи вот такой терочки. Выжатый сок из 4 апельсинов мы разливаем по половине в наши стаканы. Для чего, друзья, наливаем мы по половине, разделяем одинаково. То есть один стакан будет у нас сейчас мы с сахаром скипятим, а в одном стакане мы растворим с вами агар-агар. У меня есть вот такой ковшичек, и в этом ковшичке я сейчас растворю наш сахар и сок. Мы с вами нашу смесь поставим на огонь. А во второй стакан мы высыпем агар-агар. Также размешаем и позволим настояться. Мы поставили на огонь и сейчас будем помешивать, пока не растворится наш сахар. Помешиваем, друзья, на среднем огне. Практически растворился сахар, и я добавляю имбирь на терке. Не бойтесь экспериментировать, друзья. Главное, чтобы вы готовили все с любовью. Вот сейчас немножко проварится, минутки 3. Друзья, вы видели, что я добавила имбирь на терочке, потерла. Сейчас минутки 3 покипит, и мы будем с вами заливать агар-агар. Наша смесь, друзья, имбирная, апельсиновая, закипела. И мы тоненькой струйкой вводим смесь апельсина и агар-агара. Варим нашу смесь, друзья, 3 минуты. Через 3 минуты снимаем с огня, даем немного остыть. Агар-агар сильно скрепляет смесь, сложно будет разливать наши формочки. Друзья, мы уже разлили наши формочки, в наши формочки готовую смесь. И оставим, друзья, в холодильник. При застывании вот такие получаются у нас, посмотрите, лакомства. Вы помните, что мы добавили натертый имбирь,
Вкус, конечно, изумительный. Я вот имбирь люблю. Если кто-то имбирь не предпочитает, можно не добавлять. Но я думаю, что имбирь все же добавить нужно, друзья. Сейчас у нас такая погода зимняя. Имбирь, он лекарственный. Будет помогать вам восстанавливать иммунитет даже вот в таком сладком лакомстве. Отправляем наше лакомство на 2 часа в холодильник. Ну вот, друзья, наши мармеладки застыли, и мы сейчас их перенесем на красивое блюдо. Друзья, вот таким образом, остреньким ножом, мы с вами освобождаем наши мармеладки. Вводили наш мармелад, получился замечательный. И вот эти, которые силиконовые, они прекрасно прям выпадывают, освобождаются из наших формочек. Вот такой янтарный, замечательный, яркий, сочный, натуральный мармелад у нас получился. Сейчас я его оформлю и покажу вам, друзья. Вот так, друзья, прекрасно выглядит наш мармелад. Посмотрите, вот эти очаровательные клубнички. Сейчас я припудрю сахарной пудрой наш мармеладик. Можно, друзья, сахарная пудра, она очень быстро тает. Мы посыпем с вами наш мармелад сахарком. Друзья, здесь я посыпала наш мармелад сахарной пудрой. Здесь тоже посмотрите, как новогодние снежки выглядят. Аппетитный, нежный. Вот на этой снежинке наш мармелад в сахаре. Посмотрите. Снежинка у нас просто чистая. Из сока апельсина, сахара, имбиря, друзья. И агар-агар. Вот такая креманочка, я ее оформила. Тоже приглядитесь, друзья, здесь тоже вкрапление имбиря есть. Изумительный вкус. Я вот так вот оформила, украсила долечками апельсина, листочками мяты. Можно, конечно же, посыпать сахарной пудрой немножечко. Я присыпала нашу креманку тоже сахарной пудрой, друзья. Вот такое прекрасное новогоднее лакомство. Готовьте, друзья. Радуйте своих родных и близких. До встречи на канале «Новые горизонты».